Только в России понятия родины и государства разные понятия. Только в России говорят по закону или по справедливости. Это нельзя перевести ни на один язык мира. Поэтому, когда они на нас нападают, они нападают на государство наше. Они вычисляют, немцы, что их государство сильнее, танков больше, самолетов больше, офицеров форма красивее, сапоги блестючее, чем у... Правильно, государство у них сильнее, а родина у нас. Они нападают на наше государство, а в лоб получают от родины. Они же не знают, что у нас родина есть. А она не вычисляется. Родина компьютером не сканируется. Только в России есть призыв за родину. Нигде в мире этого нет. Вот задумались правильно. Вы представляете американцев, воюющих в Ираке с лозунгом «За родину»?